деньги особенно собой, как были просто 6 килограмм. Красный Бабу, Армазон, Мама Джона.
Синего Выгода готовится к продолжению боя Михаил Потапов. Сахалинская область, город Волжск. Боксеру 14 лет. Боксом занимается 3 года. В ней первый и высший разряд. Счет военный берет. Является призором Восточного федерального округа города Читель 2022 года. Тренируется под руководством Альберта Фара. Работаем в сторону.